В Доме офицеров открылась международная выставка изобразительного искусства «Вечная женственность». На ней представлено 40 работ художников из России, Беларуси, а также Великобритании и США. Главным требованием при отборе произведений было наличие духовного вектора в творчестве авторов. Концепция выставки представлена в различных жанрах и стилях. Всех этих художников объединяет то, что они вдохновляются общей темой. Это вечная женственность, это гармония мужского и женского начала, это любовь, красота. Это материнство небесное и земное. Мы хотим показать нашим искусством, что красота спасет мир, что именно духовное искусство способно нести людям такие высокие ценности, которые помогают стать лучше. Выставка «Вечная женственность» – часть одноименного арт-проекта. В Люберцах она проходит впервые. Прикоснуться к прекрасному жители городского округа могут до 25 ноября. Вообще самое главное, мы хотим...